Такой товар у меня не залеживается. Посмотрите, что у нас есть. Вы когда-нибудь задумывались о том, что будет, когда все это закончится? Порой я и сам мечтаю об этом. Ведь мечтать не вредно. С вами Рик Валесси, ваш старый друг. Выходите из безопасной зоны. Да, ты пример для нас всех. Да, мэм. Да, я был там, когда было решено оставить темную зону. Да, готов рассказать. Мое имя? Специалист Роберт Армитедж-младший, Национальная гвардия, Нью-Йорк, 42-я пехотная дивизия. Да, мэм, язык сломаешь. Тебе точно. Инженер-электроник. У меня в Ютике жена и двое детей. Мобилизован в декабре, когда губернатор ввел режим чрезвычайного положения. Мы знали, что началась эпидемия, только не знали чего. Нет, мэм, в такие подробности нас посвящают, когда это требуется, а тогда еще не требовалось. Вступая в армию, ты, по сути, разрешаешь делать с собой что угодно, мэм. Внимание всем свободным опергруппам. Зэки перехватили гуманитарный груз на углу 33-й Восточной и 2-й. Это Воробей 5. Подлетаем к вашей позиции. Внимание, к вам приближается противник. Черт, опять же наступаю. Одиночка? Они за решеткой должны сидеть. Внимание! К вам приближается противник. Одиночка? Решетки должны сидеть. Внимание! К вам приближается противник. Они у нас хотят...
приближается противник. Наблюдаю южный рубеж. Всем группам в Мари-Хилл. Мы ждем гуманитарный груз на углу 36-й. Возле зоны сброса замечен батальон, так что помощь не повредит. Это Воробей 6. Время прибытия в течение минуты. Внимание! К вам приближается противник. Гранаты! Боже! Внимание! К вам приближается противник! Эти парни уже понюхали порох. Не хотел бы я с тобой ссориться. Прятаться не хотел. Чёрт, это слово! Кидаем гранаты! Внимание! Это противник. Здорово стреляешь. Не хотел бы я с тобой ссориться. Внимание, к вам приближается противник. Офигенно. Подмога бы не помешала. Это Воробей 6. Мы на месте. Готовы оказать помощь. Без тебя у нас бы ничего не вышло. Хорошо, что на вас можно положиться. Да. Здорово стреляешь.
благородны. Наблюдаю южный рубеж. Виадук переградили, там у них КПП. Две турели держат проход. Сейчас самая серьезная головная боль, батальон. Они нам здорово мешают. Одним выстрелом ты не разделаешься. Их нужно уничтожать методично. Их глаза, их оружие, их командиров. А это значит, что самое приоритетное для нас сейчас – их штаб, который находится у входа в тоннель между Квинсом и Мидтауном. Эй, ты читала мои файлы? Ну, наши файлы. В общем, там есть центр связи, серьезная тактическая поддержка и крупный склад оружия. Уничтожить первое и второе, захватить третье, и все это, нокаут. Слушай, агент, у тебя три задачи, и выполнить их будет непросто. Первая – вырубить их станцию связи. Вторая – уничтожить командный центр. И третья – захватить тамошний арсенал. Эти пушки очень пригодятся моим людям. Действуй. Гадость. Надо успеть подобраться к ней до того, как она опознает в тебе врага. Иначе хана. Судя по GPS, центр связи совсем рядом. Осторожно, не выдай себя раньше времени. Антенна должна быть на крыше. Не напарись на техников, которые ее обслуживают. То есть на солдат инженерной роты. Они прекрасно обучены, да и вооружены не хуже нас. На снаряжении своих людей батальон не экономит. Мы реформируем Соединенные Штаты. Хочу настоящего дела. Кончится это дерьмо когда-нибудь или нет?
гражданские никак не уймутся. Люди не понимают, что мы для них же стараемся. Thank you.
Инициирована процедура удаления данных. Перезапись данных. Давай зададим жару этому последнему батальону. Перезапись данных завершена. Отключаю систему охлаждения. Серверные файлы перезаписаны. Процессор уничтожен. Так, ты находишься прямо над этим складом оружия. Как вломишься, придется действовать в одиночку, пока не подойдет подкрепление. Предупреждаю, там будет жарко. Не хочу связываться с чистильщиками. Может... Хорошая новость. Подкрепление скоро будет у тебя. Ребята уже прошли первую турель. Теперь находится под защитой последнего батальона. Повторяю, вы теперь находитесь под защитой последнего батальона. Да куда ты лезешь? Они убили одного из наших!
Вас понял. Подкрепление уже прошло. Половину тоннеля. Держись, подкрепление совсем рядом. Ты не за тех воюешь, ясно? Берите от меня эту крышу! Отличная работа, агент. Добычу еще подсчитывают, но уже ясно, что оружия хватит всем бойцам ОТГ, причем надолго. Так и надо. Тебе удалось выбить опору у них из-под ног. Продолжаем и порвем этих козлов. Так, надо срочно обеспечить оборону. Трен, сделай мне список вооружений, которые здесь нашли, и организуй его перевозку. Остальным занять... Есть, сэр. Объект под контролем. Вас понял. Так точно. Точно. Есть, сэр. Есть. Есть, сэр. Тут у меня есть кадры с самим Блиссом. Какой-то пропагандистский ролик. Этот гад обожает звук собственного голоса. Полюбуйся на говнюка. Бойцы последнего батальона, говорит ваш командир, полковник Чарльз Блисс. Многие из вас были возмущены, что нас здесь бросили. Иными словами, обрекли на гибель. Но я взглянул на этот город и понял, что есть шанс. Я понял, чем он был. И то, чем он может стать, когда придут те, кому не все равно. Если найдутся люди, готовые выйти из дома и очистить улицы от бандитов и дегенератов, то и сделать то, что это безвольное правительство и его солдатня боятся сделать, а значит уничтожить всех воров, убийц, лжецов и прочих противников мира. Мы не оглянемся, не пойдем на компромисс, пойдем на все, чтобы светлое будущее наступило для всех, кто будет с нами. А кто будет против нас, да помилует Господь их души. Я закончил. Ну что, записал? Второй раз я это повторять не буду.
какое счастье, что ты есть.